Друзья, всем привет! В сегодняшнем видео мы проедемся польским селом. Проведу вам экскурсию польского села. Село называется Рогалинек. Расположено оно в Мосинском районе, недалеко от города Познань, в 15 километрах. Экскурсию буду проводить вам на своем помощнике, на велосипеде, вот таком, на мой новый велосипед. Раньше у меня был желтый. Изменил коня и едем. Друзья, кому будет интересно видео мое, поддержите меня лайком за мою работу. Всем приятного просмотра, друзья. Сейчас попутешествуем этим поселком. Вот. Заехал я со стороны Мосины. С небольшого городка такого вот. Здесь вот камни вот такие вот. И сейчас мы проедемся улицами этого села. Поселок небольшой такой. Население здесь 1700 человек проживает. Так в Википедии написано. Может, что-то не так сказал? Поправьте меня в комментариях. Так, едем дальше в этот поселок. Друзья, вот путешествую селами вот тут рядом, возле Познания. Вот дороги практически в каждом поселке вот такие вот, не асфальтированные. Может, еще не успели сделать дороги. Я даже не знаю, почему так вообще. Собственно, это вот мы едем по поселку Рогалинек. Здесь видно кони, вольеры для коней. Держат коней здесь. Красота. Птицы спевают, но территории здесь большие у людей. Вот если можно наблюдать, то большие территории. Кони все накушают. Людно, видно, люди поприезжали, наверное, катаются на конях здесь. За определенную сумму денег можно покататься на конях. Вот все накушают кони. Аж для души, душа радует. Спокойствие такое. Птицы спевают. Красота, друзья. Воздух здесь свежий. Сосны растут. Чувствуется село. Вроде в пригороде, недалеко город Познань, там 15 километров к городу. Но и село чувствуется. А сейчас развернемся, проедем. Там еще улица, видно, есть, идет. И здесь вот наблюдаю я много рольников. Вот видно, сколько здесь рольников. Сельским хозяйством занимаются люди. Так, сейчас мы развернемся и проедем обратно. То еще улица и другой. Сниму вам, покажу. Может, там асфальт есть на той улице. Проедем, посмотрим, что там есть. Небо уже распогаживается, погода. Такое синее встает. Погода такая непредсказуемая вообще. Вроде солнце светило, потом захмарилось. Сейчас обратно. Раз видняется.
Друзья, кто смотрит мои видео, мой канал, много людей смотрят меня без подписки. Всегда вас прошу, подписывайтесь на мой канал. Буду рад вас видеть. И уведомления будете получать, что выходят новые видео. Вот слышно, кури кудкудачат. Вот видно на столбу гнездо аисты живут здесь. Дым с трубы идет, углем, наверное, топит, или дровами, или углем. А сам общался с людьми, с поляками. Говорят, очень дорого сильно топить газом. Не оплатится то. Канализационные люки. А здесь тоже толком дороги нету. Колюжи, грязь. Село чувствуется. Это уже, конечно, поинтереснее контент, я думаю, такой. Смотреть на такое. Они же, как все привыкли, асфальт, дома коттеджные. Такое может каждый снять, показать. А вот по такому болоту не каждый хочет ездить по колюжам. По вот таким вот селам и показывать. Вот обратил внимание еще, вот возле больших городов работы практически нету, сразу расхватывают работу. А вот уже взять маленькие городки, там уже больше работы, вакансий, больше предложений, они ж в больших, огромных городах. Я думаю, это из-за того, что людей много, спроса очень много на работу. Потому и работы нету, много вакансий нет. Разбирают быстро. Вот старое здание какое. Дом. Это, я думаю, учреждение какое-то, наверное. Это, наверное, учреждение. Ну, колюжи какие-то. Велик кидает. Вот, с правой стороны цвинтаж, кладбище и костел сразу с кладбищем. Не встречал я такого. Костел вместе с кладбищем. Все рядом. Фермера живут с правой стороны. Техника, куча силоса, запах силоса. Детская площадка, детский садик рядом для детей. Казалось бы, да, небольшое село, 1700 человек проживает, а все есть. Детский сад, школа, вот, школа. Школа для детей. И рядом парковка, паркинг есть. Остановка автобусная.
Направляемся мы в сторону школы сейчас. Будем ехать в сторону поселка Сосиново. Собственно, этот поселок небольшой такой, Рогалинок. Вот указатель «Школа». Знак «Дети» намалеванные. И с левой стороны территория школы начинается. Площадка детская. Все, выехали мы с этого села, друзья, из Рогалинок. Рогалин под Лесье. Лес рогалинский здесь. Чапуры 8 километров. Немного неправильно вам сказал. 20 километров к городу Познань. С этого села. С Рогалинок. Можете видеть. На полях вода стоит. Ну, вот встречается часто, не знаю почему. Напишите в комментариях, почему вода стоит на полях, на поле. Постоянно задаюсь этим вопросом. Вот такие вот дома здесь коттеджные, небольшие, настроенные. Это называются дома-близнюки. Для покупки такого дома не нужно никакое разрешение. Поскольку это на два хозяина дом. Такой дом легко приобретается, как квартира. Имея деньги, можно приобрести такой дом. Без никакого разрешения. Так как, например, отдельно стоящий дом с территории, нужно разрешение на землю брать от панства. Здесь для таких домов не нужно никакое разрешение для покупки близнюка. Здесь лес сразу. И здесь предшкола, наверное, частный детский сад. Да. Здесь вот это здание перед нами с левой стороны. Это детский сад. Выпозычение прицепов и бусов есть. В аренду можно брать. И прицеп, и бус. Надо бус, взял в аренду и все. А вот домик какой, обратите внимание, с красного кирпича. Ух ты, какие окна здесь. Никогда не встречал таких окон. Это старый такой еще дом. Крыша мохом побралась. Капец.
забытки истории, друзья. Интересно наблюдать на такие дома старые. Улица Познанская. Это здесь коттеджные домики на Познанской видно. Настроено. И вот начинается поселок Сосиново. Сосиново. Да, правильно так говорить. Друзья, а вам интересно смотреть мои видео? Пишите комментарии. Буду рад вас видеть. Пообщаемся в комментариях с вами. Вот с правой стороны хатыночка вот такая, как у нас говорится. Классный вариант. Маленькая такая, компактная. Обгорожено все заборами. Вот бревна лежат, наверное, пилорама на дому у кого-то. Здесь остановка автобусная. Автобусы отправляются в Познань. Птички свиринькают. Приятно слышать, друзья. Вот видно с левой стороны трактор с ковшом. Расчищает забор, наверное, строит. Что-то здесь движение какое-то происходит. Горнит. Урсус, наверное. Да, урсус. Разгортает дорогу. Как МТЗ работает звук такой. Этого трактора. Выезжаемся. В Сосьмове запас 2 стубы. Я сейчас не понял. Запас те стубы. Какие стубы? Непонятно. Велосипедист подъехал, говорит, что это запас те стубы. Не вем, о чем ходе. Не вем, на правду. И выехали с этого села Рогалинок. Уже знак вот.
лес идет. А сейчас, может, и свернем, и проедемся лесом. Здесь есть съезд. Дальше там, наверное, дорога такая, тропинка. Прогуляемся лесом еще. Обратите внимание, какие деревья здесь, сосны растут. Красота, воздух свежий, приятно ехать здесь. Это здесь проселочная такая дорога. Проселочная дорога лучше, ниж в это в селах. В селах нету такой дороги, как проселочная. Сами видите, асфальт здесь. Напишите в комментариях, что у вас машины здесь стоят постоянно. Люди или грибы проезжают. Даже ночью едешь, и машины стоят. Или грибы приезжают люди собирать. Или... Ну. Вот это здесь оставляют машины и идут. Может, по грибы. Непонятно. Вот такой вот лес здесь. Тишина, спокойствие, друзья. Тропинки. Никого здесь нет. Может, приеду как-то на велосипеде здесь покатаюсь. Поснимаю вам видео из леса. Обратите внимание, какая вот кора на деревьях. Огромная. Да и деревья не маленькие такие. Но здесь автомобилями нельзя заезжать. Знак вот. Шлагбаум и стоп написано. Вот так вот. Так, направляюсь я домой, друзья. Всем спасибо за просмотр, кто посмотрел мое видео. Рад вас видеть был на своем канале. Будьте здоровы, друзья, и счастливы. Всем пока.